Иностранные работники в этом году нарушили казахстанские законы более 6000 раз. Против почти сотни из них полицейские возбудили уголовные дела. Около 200 за грубые правонарушения выдворили за границу. Об этом в ходе брифинга в ДВД сообщили сотрудники миграционной полиции. Они отмечают, в стране продолжают трудиться нелегальные мигранты. В основном выходцы из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. При въезде в нашу страну они регистрируются как гости, туристы или приехавшие по служебным делам. Ну, в судебном порядке мы выдворяем потом со страны. А если они вновь потом приедут? В течение 5 лет, вот, если мы составили, они не имеют права заезд выдворенные.